и просто для русских долбоебов, которые типа мы умные такие, в интернете шарим, мы русские, блядь. Я вам еще говорю, смотрите, русские дебилы ебаные. Спид-тест, да? Давайте проверим. Что провайдер, ну, спид-тест, все нормально со скоростью интернета. Что страницы в России не открывается, это не из-за провайдеров, а... То есть не из-за проводов, что ж там плохо поджат провод, русские такие пидорасы говорят. У вас плохо проводов поджат. Да нет. Провода хорошо, мои провайдеры, чел, который работает, как он, монтажником проводов, он хорошо провод зажал. То есть как надо, но его невозможно нехорошо зажать, я для долбоебов русских отвечаю. Его просто невозможно зажать нехорошо. Поэтому скорость, вот этот сервер ихный, вот это вот фиолетовый цвет, это который скорость мне передается при загрузке мегабит в секунду на мой компьютер. Так что со скоростью все нормально. Это из-за российской ебаной компании, которая все блочит, пидорасы ебаные. И вот SurfShorp, он у меня не стал открываться, и поэтому винда слетела из-за этого. Я не знаю, как он проник в саму систему Windows'а. Вот этот VPN, который из-за него стал глючить, я нажал на ресет, и из-за этого нахуй винда полетела, вот этот вот. Он хороший, в других странах вообще отличный. Прямо работает охуенно в других странах. В нем есть антивирусы, и он защищен, не может ни одну винду ёбнуть. Но мой он ёбнул. У меня показывает, не может такой бочный компьютер ёбнуться. Вот моя система. Ёбнулся он из-за России ёбаной, что она что-то блокирует в интернете. А что ёбаное государство блокирует или кто это блокирует? Пидорасы ебаные, их надо закрыть нахуй. Он мне винду снес, вот этот охуенный VPN, который платный. Вот. Он мне винду нахуй снес. Из-за чего? Из-за ебучей России. Потому что да все блокируют, что не надо блокировать в России. Вот такая Россия. А Россия что скажет? А это проводочки, вот, блядь, не поджаты. Все поджал мой провайдер, ебаный долбоеб. Он все поджал. Долбоеб ты русский, блядь. Это из-за того, что ваши пидорасы что-то сетью ковыряют. И происходят какие-то сбои в ебаной России. Поэтому, вот так, вот. Он даже мне винду из-за вашей ебаной российские пидорасы снес. А еще винда в России не работает по какой-то причине, я не знаю по какой ебаной причине. Винда не работает в России, то есть ни одно восстановление не работает конкретно. Я это показывать вам не буду, вон, можете ролики набрать тут. Восстановление системы. И что вот оно вот это вот работает у некоторых, вот это вот хуйня работает. У меня оно, ни одна эта хуйня не работает, кроме командной строки. А командную строку я не хочу себе вообще компьютер сломать, потому что я не умею пользоваться. И это ёбаная Россия ебучая, блядь, все блокировать продолжает. Заблокировала Windows 10, что теперь вот эта хуйня здесь показана. Вот это вот из России ебучий, вот твари ёбаные российские. Теперь вот эту хуйню покажет, и вот это вот описание. Я никакие, блядь, эксперименты даже не переворотил на Windows 11. Ничего на Windows 11 не делал. И вот так восклицание. Теперь даже можно блокировки не ставить. Для того, чтобы хуйня не обновилась и Windows не снесла. А так я уже приготовил. Вот он стоит у меня. И все блокировать продолжает. А ты, сука, ебаный в рот.